Это сотовый телефон, конечно же, ключи от машины и портмоне. Инстаграм. Брюнетки. Больше всего нравится просто валяться и смотреть телевизор, а конкретно какой-нибудь матч футбольный. Встречаюсь с друзьями, гуляю с семьей, хожу в кино. Горы, всегда зелень и хорошее настроение. Я не знаю, всегда какие-то, наверное, день рождения мое всегда. Я как-то особо, по-особому всегда ждал свое день рождения, подарки любил. У меня их нет. Ну, я не знаю, ну, если говорить о каких-то вредных, конкретных привычках, я не знаю, нет, по-моему. Что-то связано с балансом или с активом. Наверное, то, что, если серьезно говорить, наверное, то, что мои родители гордятся мной, и это для меня самое главное достижение. Главное женское качество – это, конечно, быть хорошей домохозяйкой, мамой, не знаю, быть, уметь организовать вот этот домашний очаг, уют дома. Вот это вот, мне кажется, самое главное. Как говорят же, быть мужчиной, там, я не знаю, быть ответственным, конечно же, зарабатывать, быть опорой для семьи, для жены, для детей. Я был бы или спортсменом, и если я бы не был певцом, я, наверное, просто занимался бы каким-то бизнесом. Это проснуться где-то в 10 часов, позавтракать, сходить на тренировку, позаниматься музыкой, сделать пару встреч важных по работе, встретиться с друзьями, сходить с женой в кино, посмотреть хороший фильм. Такой вот. Я не знаю, я был бы каким-то сверхумным гением. Я бы встретился бы с Чингисханом и спросил бы все-таки, какого он рода, откуда он, является ли он казахом или все-таки монголом. Их много, я люблю исторические фильмы, такие, не знаю, такие фильмы, как «Гладиатор», я не знаю, «Троя». «Кушпендлер», «Кочевники», «Ильяс и Симбельный». «Один дома», почему-то сразу в голову приходит. Музыка Mortal Kombat, с этого же фильма, на тот момент любимого фильма, кстати. Любимый город Алматы, конечно. Ед, Бешбармак. Сегодня ты выглядишь очень красиво. Красиво выглядишь, ты очень умная девушка. И мне очень нравишься. Ну, я давно мечтаю побывать в Англии, а конкретно в городе, ну, во всех городах Англия, в принципе, небольшая, Великобритания небольшая страна, поэтому в городе Ливерпуль, Лондон и так далее. У меня несколько работ, помимо творчества. Творчество, если говорить о творчестве, об этой работе, то я очень люблю заниматься творчеством. Не всегда она приносит много денег, но когда я занимаюсь творчеством, я отдыхаю и наслаждаюсь этим. Ну, я закончил колледж, университет, высшее образование. Потом, ну, я финансист. Мы, по-моему, продавали лук в детстве. Я еще жил в городе Шымкент. Я не помню точно, нам кто-то давал этот лук или мы его воровали. Я не помню. Мы брали лук и продавали. У меня был лучший друг Саян. Мы с ним брали этот лук и вот продавали. А потом на эти деньги покупали вот эти конфеты, петушки. Помните, были такие?
я бы посоветовал себе меньше, меньше гулять и больше заниматься делом и в учебе, и я не знаю, я занимался спортом, футболом, то больше бы уделял бы, сказал бы себе, чтобы я уделял больше времени тренировкам, чем какие-то отговорки, чтобы не ходить туда и гулять там с друзьями.